Позавчера исполнилось 50 лет моему хорошему товарищу Павлу Сверглову, который работает авиационным техником в аэропорту Пулково. И на самом деле это очень удивительный человек. Человек, который, для которого нет нерешаемых вопросов, который может, он что захотел, то он сделает. Вот. Мы с ним давно очень хорошо знакомы. И я с удовольствием хочу показать вам эту песню, которую я написал к его юбилею. На 28 правую нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал, дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя, наш самолет, и он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник запростят, найдет причина в чем, и быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша пашет клубицу дым, экипажу спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан, на Яке 18-м летать умеет сам. И все, за что б не взялся, он исполнит по уму, в гостиницах и в Пулково, на Кубе и в Крыму. Паша пашет, клубится дым, всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и все в порядке, всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет, и повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На 28 правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят. Недавно было 30, а вот уж 50. Годы мчатся, но это ничего, ведь если разобраться, то 50 всего. А Паша пашет, клубится дым, экипажем спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и в порядке, всегда матчасть. Пам-парам-п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 ам-парам